Ох, вот это елочка. Восемь. Идут часы у нас. 8 часов. Я же помню. Ровно. Вот эти часы, это вам на память от нас, от капитал Шоу Поле Чудес. Я бы... Там испугни его, Сережа. Барбара, вы довольны? Его пугать не надо, он сам улетел. Простите, могу ли я у вас спросить об одной вещи? Знаете, возьми этот фильм был один... Ну, он вообще трогательный очень фильм, но один очень грустный. Вам сделали новогодний подарок, а вы его забыли. А что по фильму вам подарила Барбара? Простите. Алло? Это шеф. Да. То есть, одеколон после бритья. Ну, ясно, хорошо. Что там? Я вам электробритву, который потом появится Мехков. Очаровательные люди! Андрей Мехков, Барбара Брыска! Хорошо, папа. А пока. Так, а ну положи банку на место. По традиции нашей... Положи. Ну, я сказал на место, нет, ему в клюв дали. Новогодняя ночь. Но с этой банкой как дурень со стук. Кроме того, что желаю... А ну спугни его, Сережа. На этой удивительной, первый раз за много лет в новогодней программе «Поле чудес» принято говорить какую-нибудь новогоднюю рекламу. Это ему занятие на всю новогоднюю ночь. Могу я вас спросить об одолжении, произнести эти слова. Ну так, чтобы это было по-новогоднему, добро, мило, хорошо, как будто та самая ночь, когда вы одна шли домой. Беременна, да? Мне кажется, что это... У вас теперь машина. Самая сказочная ночь. Сегодняшняя. Ну? И большое вам всем за спасибо. И желаю вам, ну, конечно, того, чего вы себе сами желаете. Я желаю, чтобы вы сказали рекламная пауза, наконец. Об эту новогоднюю ночь. Не знаю, как вы там. Рекламную, да. Так, ну ж Новый год. Да. О, а что это такое, мама? Ты не знаешь? Головоломка. Складывать всякие там эти. Да. Антоша. Ну это специально для тебя. Раз ты сможешь, значит да. Это по тебе. Так, а что это? Дорогие, зачем? Ну это три подарка, да? Три подарка. А, значит, это Вите. Это Антону. Дед Мороз, Вите тоже. Это Вите. И Сережа. А что не знаешь? Что это такое? Дед Мороз не сказал. Сказал, разберетесь. А что это? Наверное, Антошке. А что это? Заказывался. Мягкую игрушку. Да. Это... Вот это да. Антошка, а ну покажи, что там за игрушка. Это ж год быка. Какой бычок. Какого он цвета, я не понимаю. А это Витя. Что это? А ну достань его с кулька, Витя. Так, а вот это, наверное, конструктор Сережа. На 600 деталей. На 600 деталей. Ничего себе! А как это он так это? А мальчику, как головоломочку какой-нибудь. Весна 96-го. Вас рождает стиль. Осень 96-го. Зима 97-го. Вот это да! Сережка, да, не будет. Ну это все на полгода работает. Моя половина. Никому теперь не верит в эти.
картошка. Пятнадцать минут осталось в этом году. Мама, ну налей тост какой-нибудь, скажи. Говорят, тебе тостика не хватает. Тебе выпить надо, понимаешь? Шампанское есть. Что, горячую картошку схватила? Картошка. Это шампанское детское. А, ты уже такое знаешь, ты уже грамотная. Она и пила вчера. Шампанское для всех. И для Антошки? Да. И для журнали. Для Антошки. Для Антошки. А ну забыли. Сетра много. Мама купила кока-колу и все выпила. Та пошли. Шученький холод, але неухильно довше дні додається світ, а ним язик і надій. От близькі розпи природи та щедрий врожай. Нехай же швидше роз'єдняється на обріг нашої долі. Сійці родиться на нашій спільній небі. Так, іди відсюди. Ми живемо у праці, а відтак будемо зростати добро. Сердечно вітаю всіх вас з новим 1997 роком і Різдвом Христовим. Хай прийдуть цими святами до кожної домівки, у кожну сім'ю щастя, здоров'я і радість. За це я піднімаю з вами келих в цю урочисту хвилину на порозі нового року. О! Я ще говорю, в Києві не так. Та в Києві, записали по Москві. А ми, а чому? Давайте. Давайте, ставимо. Так, ти, да, куди тянеш? С Новым годом! Куда обнаглели? Ну, смотри, Новый год, 97-й, Зеюшка. Ну, да, молодец, сейчас запуск. Ну, все, с Новым годом! Антошка, ну, поведи там гимн Украины. Антоша! Антоша Шапанская. Только 0-0. Я часы неправильно ставил. О, Кирюша. Кирюша может этот конструктор запросто собрать. О, разложился, Серега. Где части, которые ты собрал? А, ты вот там собираешь, да? Ну давай.
А может, уже спать ляжешь? А что спать? Я не буду спать. Не будешь спать? Что, всю ночь будешь собирать? Ну, не всю ночь. Тоша, включай лампу настольную. Вот так. Сколько ты уже собрал? Какие мне найти эту? М? Поможешь мне найти? Какую часть? Ну, не часть, а собрать. Потом мне не получается. Да, Антошка, не спеши. Еще завтра целый день. Посмотри на папу. Вот так. Сейчас посмотрим. А что это? Юра, это что, Юра вытащил? Ну я вытащил же это, чтобы достать. У Антошки как дела? Чтобы он лежал на нем. Чтобы он на шубке лежал. Это ж ты достала, да? Да, я достала, да. Лене дала. Да. Озеро, ради бога. Ну а что это, куртку я такую не снимаю. Ну что ты так закрываешься, я не понял. О, вот это фотогеничный человек. Я его снимаю, у него хвост. Лори, ну что ты к маме побежал? Лори. Ты ж позируй. Ты позируй. А лапу можем дать? Лапу. Лёленька, дай мне лапу. Дай хорошую. Лёленька, не отвлекайся, моя хорошая собачка. Дай папе лапу. Ох, ты нервничает. Весь увлечен. Он выстрелами был напуган сильно. На улице, да? Вы пешком широкого шли, да? Да. Через лес, через посадку. Так, Лори, пропусти меня, Лори, пропусти меня, пожалуйста. Сереж! Что? Ты хотела сказать, что у тебя куртка там немного. Не надо. Ты подальше, я шунчиком. Ты подальше. Миди, тут на немецком языке. Фьорд Муши. Фьорд – это фьорд, который. А Муши – это муха. А мухи, которые в фьордик открываются, называются Миди. Переводить с немецкого. Это тот человек, который учил, что это немецкий язык. Я прочесть слово, но фьорд он и вам. Вчера слышали, как они там выступали, да, что там? Значит, это уже второй фильм. Не песня главная, а второй фильм. И там выступали, там, каракатики, там, вот эти слова перекрученные. Два мужика. Набор слов там всяких. Вот там как уравнишься. Меня уже не было, да. Мое время уже прошло. Сейчас сажусь. Осталась одна минута пленки. Она должна логическое завершение пленка получить. Да. Я думаю, логическое завершение должно заключаться в том, что я в следующий раз наливаю. Правильно. Значит, ты же обрати внимание. Выливаем, да. Такая водка. Ну, наша украинская. Наша родная, наша украинская, да. Родная. Ни какие-нибудь там гадости. Так, хватит. Из Бельгии или из Франции. Понимаешь, да? Вот куда к нашу пищу. Так, давай. Не, ну ее просто нужно до конца разлить, поэтому. Так, тост, быстренько, а то кончится пленка. Давай. А тост, сколько там, Серега? Хочу произнести, надо произносят стоя. Второй тост, который нужно произнести, это тост за наших прекрасных дам. А его произносят только стоя. С Новым годом. Смотрите, перевернешь Сереге. С Новым годом. И тебя, Серега. Все там очень вкусно. Исполнителя, который сейчас... Вот это замечательный тост. Давно не пьем сразу, а Сережа нет, сами убьем. Можно мне тоже дать? Да. Возьмите мои очки. У меня очки на будущее. Так. Ну, на оригинальный кадр. Так, делаю паузу и я прокидываю. Мальчик, скажи, с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Там в самом большом шаре большая дырка, у него рта не хватает. А у нас елка включена, да? Включена. Ты знаешь, сколько Антошка делает подъемов переворотом подряд?
Вот на перекладине. Да нет, 30 раз, 30. Не, ну было около десятка, потому что армейская норма, что-то порядка 10-15. Ну я был чемпионом роты, 35 раз делал в сапогах. Не, так, не, ну норма для просто... Так извини, 6 лет. 6 лет. Ну сними и покажи. Хоть один подъем переворота, свиса. Так, только с виса, Антоша, с виса. Это... Даю. Ага. Я же запиваю, жена. Интересно, а что это за сыр? Он, правда, уже ушел с завода, но ходит. Когда надо, он идет к станку и... Так за это он знает. Он проще. Мне мужики сказали, там, говорит, оптимальный вариант, где делит целлофан, диафрагма. Ему же баст. Бах. То есть она ведь... Да, так я же говорю, так интересно. Только когда тебе... Йогурт или камень. Еще и рукодельница. Ты знаешь, что у меня было, я на нем, он мне сделал, он не полезал 3 месяца. А что было у него? Так. Какого-то металла. Такой страшный металл. Я когда ему показал шток, сносился. Вот, да. Он это обалдел. Как же металл называть? Титан, что ли? Он не может. Я когда зажимал, двумя полукольцами без анасоса, знаешь. Надо было диафрагму дать, а я сдержал и диафрагму так и сжал. Я несколько их нарезал, я их с собой сейчас вообще. А что? Ну, у меня такая ситуация была. Я знаю, чем дольше, если ты начнешь. А мне с тобой нет. Занят, если шьешь. Если ты будешь шить два дня, то в классе вот два вечера. Да. Ну, можно. А уже так связать. Вязать надо недельку. И там масло хавать. Карбюратором я вообще математика. Нет, карбюратором у меня масло хавать. Я их вспомню, когда я вязала. За карбюратором, почти тоже не сказали. Пи, столько-то, аж столько-то, и высчитываю. Ну, это не вязано, зачем? В натянутом положении. Нет, это 7-8 метров жрет, ничего. Сначала вяжешь, да, вяжешь образец. Это не то, что ткань положил и вырезал. А это все надо, все спицами, все это. Это сложно очень. Вязание на масло. Намного дешевле взял, скажем так. Почему-то, что, ну... Каждый раз своя тема. А тех компьютер. Все липли. Целый день. Это самый Мороз прилип. Ты атлантер сказали. С тебя поля. Мы тебе садись и пригоним. Целый день. Не хочу себе такой. Он вас вам богатый Дед Мороз зашел. По какими поворотами? Он теперь на «Жигулях» ходил. Я когда-то не укусил. А последнее? Да, и крылья. Кирюшка. Кирюша. Кирюша. Хочу взять такой. Через полено. В смысле, да, это твои? Говорит, мы тебе из Индийской области. Ты цепляешь свои номера. Ну, то ж, а там интересно. Берешь свои бумажки. Катя, Кать. Мы уже с Вадимом Костовым пользуемся. Все с тобой представляю, то, что тебе надо. Ты забираешь себе то, что мне надо. Ты забираешь. Кать. Ну, понятно. Я бы тоже хотел. Конечно, вроде бы все есть, да. А вид остания. Что, на стадии? Бандитизм. Мы согласны. Опять задам. А я не пил. Еще раз. Еще раз, Вася не пил. Стал бы как приятно. Да, все-таки праздник на много осветлее. Сережа, бери. Сережа, возьми. Я взял. Взял. Наводи на нее, наводи ровно. На руку, да. Резкость навел. Все. Так, все, задам. Тост прозвучал. Да, за самого. За милых дам. За хозяйку. Мой тост за дам, там дальше. Молодец. Хозяйка это вообще. Хозяйка очагает. Да. А хозяин что, плох? А я знаю, что чайники пустые летают, Пищи, нет? А? Нет, пустые не летают. Летает только сгущенка. Когда уже выгорел, то стоит, я подумал, что... Взрывается, это сгущенка, я забыл ее вовремя выключить. Она взрывается так, что ремонт полностью надо делать. Все в сгущенке, что ли, или что? И ремонту не подлежит? Конечно. Подлежит. Там потом такие коричневые пятна остаются. Хорошие. Все. Ну, это, наверное, на Новый год включили. Не, всем привет. Всем привет. Всем. Как на передаче «Поле чудес» видели? Можно привет передать? Да. Можно. Все. Все, я никого не пойму. Мужик обалдел. Если бы так все передавали, да? Ой, Сережа,
меня вот, всегда вот. В таком виде. Да. В каком? Вот, вы сама себя не узнаете. На сегодня торжественный день. Когда на вижу пошел, я поедите на верхнем уровне 14 градах. Надо, чтобы мы знали. Что ты себя не узнаешь? Ну, узнала я уже два раза. А я тоже себя. Я подумала. Не я. Не смотри. Я себя не узнаю. Всем привет. Тоже снимал. Голодать. Голодать? Россия, во всяком случае, ответы, возникшие в связи с подписанием контракта. Вася голодает. А, голодает. Да, она такая фанатика пошла, как кино с тебя попросила. Скандал. Вася. А волосы? И тетя, и дядя, хвостики. Еще и шрам какой-то, наверное. На боку. Было такое совместное. Молодец. Короче, СП. Обычный вроде бы в мировой практике контракт на поставку российских средств противовоздушной обороны. Прилетает вылиться чуть ли не в мировой стандарт. Во всяком случае, на сегодня может вступить Соединенные Штаты, Греция и Турция. Уставе своих официальных представителей. Сейчас же петарды запретили уже, знаете? Да ребятки еще Киеве. Так, а в Мариуполе запретили, по-моему, еще в 95-м. Да? Перед Новым годом. А что у нас в Донецке не запрещали? У нас стреляют в весь Новый год, да? Думаю, Киеве. Значит, Савицкий, да. Никак не будет. Просто, не просто Киеве. Так это счастье жить с такими попугаями. Да, так, Оля, он самое главное не сказал того, что если бы ты услышала, как он говорит, это он уже... Не могут, помогут подвести. Значит, надо хладнокровно, значит, надо хладнокровно сосчитать до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это самое мгновение, вдруг окончится волнение, станет ровным настроение, и придет успокоение. Успокоение, успокоение. Как ты рисуешь? Ну, покажи, как ты рисуешь. Ты срисовываешь дракончика, которого мы тебе подарили сегодня. Вот с этого дракончика. Ну, Тошка, ну посмотри на папу. У тебя с ней соревнования? Будешь стараться? Будем, да. Как ты думаешь, я сегодня займу первое место или нет? Ну, призовой должен занять место. Я думаю, что я аж первое займу. Да, будешь стараться? Да. Папа, это что, папа, да? Ну, что ты вышиваешь? Хоть покажи мне. Так как, машинка, вот так смотреть, да? Как он иголкой ловко орудует. Уже сразу видно, что 7 лет исполнилось. Да, накрашенные черными бровями. Thank you.
надо купить. Знаешь, что это было? Yeah.